Получилась вот такая композиция из маков. Какие-то из них сломались, я их переставила вот в такие маленькие бутылочки, а какие-то раскрылись. Они практически все раскрылись, как вы видите. Появились даже вот такие красивые оранжевые цветочки. Посмотрим, как они раскроются. Кремовый, розовый. Ну, они какие-то просто нереальные. Как будто бы, знаете, из бумаги сделаны. И некоторые из них сломались. Я их поставила вот в такие маленькие стеклянные сосуды. У меня здесь кофе. Кофе. Зашли в такой классный магазин. Смотрите, какие красивые здесь Аванти. Вот такая. И мне очень понравилась вот такая, но она очень тяжелая. Но, конечно, стильно. Обожаю, обожаю вот эти кофе. Гейзерные кофеварки. Они прекрасные. Красота какая. А вообще здесь все такое для дома, для еды. Хороший магазинчик. Такие чашечки. Лапульки. Всякие девайсы. А тут вот любая хозяйушка найдет себе все, что ей нужно. Ну, такие всякие вещи полезные. Это вот, например, рыбку чистить. Рыбку чистить, Тимочка, лопаточка. От чешуи. Да? Всякие лопатки. Чеснокодавки. Отбивалочки мяса. Всякие мешалки, ложечки. Все очень милое. Смотрите, здесь еще все для похода. А Тимочка мне купит вот эту штучку. Представляете, доросли. Сын покупает маме кофеварочку. Тебе хватит? Хватит. Ну все, это мой теперь самый любимый магазин. Здесь все так красиво, ребята. Все такое органик, натуральное. Очень много сделано аборигенами. Их искусство. Ну, это очень красиво. Ковры, светильники. Это, конечно, все потрясающе. Тут солнечного зайчика мы поймали. Спасибо.
Что ж, доброе утро. Вот, делюсь радостью. Мне подарил вчера мой сын на свои скопленные денежки. Накопил вот такую новую гейзерную кофеварочку. Это очень красиво. Ну и щедро с его стороны сделать мне такой подарок. Я прям рада очень сильно. Смотрите, какая она красивая. Сейчас посмотрим. Процесс пошел уже? Нет, процесс еще не пошел. Пойдет, я постараюсь записать. От нее коробку. Вот Аванти фирма. Вот такой они сделали новый дизайн. Подходит для газовых электрических плит. Ну, а там все как обычно. Как у всех гейзерных кофеварок. Ничего нового, только дизайн. Кофе пошел. Я сегодня из такой кружечки буду пить с мумитроллями. Обожаю, обожаю вообще. Такие котики вас он выиграл. И это мейн-кун. Посмотрите, какой кот, какая порода у него. Такие лапки. Привет. Он выиграл. Такие у них домики здесь. Ты не покажешь нам, как ты гуляешь? Нет. Мы сегодня решили постелить новый ковер в комнате. Вот такой у нас есть килим настоящий. Очень мне он нравится. Вот Элвис теперь изучает. А гобеленчик отдадим в химчистку. Так что вот у нас летом будет вот такой красивый килим с розами. И хотела вам показать цветы. Очень необычные. Это австралийские цветы. Называется варата. Они являются символом Нового Южного Уэльса. Это Сиднея, где мы живем. Если вы посмотрите, их даже на марках изображают. Очень такие они своеобразные. И мне нравится, что они вот так вот вы их трогаете, и они пачкаются, как помада. Ну, вот сейчас уже не пачкаются особенно. Вот, то есть какие-то помадные, знаете, помадные цветы. Такие вот у них интересные соцветия. Очень... Такой мощный стебель, прям такой. Такие вот у меня для вас сегодня цветы необычные. Так они у нас стоят. Оль, что? Что? Ну, видишь, вот если бы я спросила, вот ты везде будешь, вот ты бы, если тебе сказали, куда ты поехал? Жить? Да. Пока Вика не вернулась, я меряю ее очки. Посмотрите, какие классные. Тоже такие нужны мне срочно. Вика.